Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Объявлен состав на прыжковый турнир Кубка Первого канала по фигурному катанию, девушки сразятся с юношами. В рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию, впервые в истории проведения подобных соревнований, пройдет отдельный прыжковый турнир. К участию в турнире приглашены сильнейшие и обладающие самыми сложными техническими элементами в мире фигуристы России. Прыжковый турнир пройдет в формате командного зачета, где команда девушек бросит вызов команде юношей. Девушки – Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. Юноши – Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Каледа, Андрей Мазалев. Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться на Первом канале. Команда победителей получит существенный денежный приз из призового фонда турнира. Федерация фигурного катания на коньках России подготовила правила турнира, которые позволят сделать его максимально интересным и непредсказуемым для болельщиков на трибунах и телезрителей у экранов. Жули на прыжковом турнире, Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин. Может удивить Туктамышева. Александр Жулин высказал мнение о прыжковом турнире, который пройдет в рамках первых в истории российских командных соревнований для фигуристов. Очень интересная идея с прыжковым турниром. Как в хоккее, кто сильнее бросит, кто быстрее пробежит, это всегда увлекательно. Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин. За счет того, что сделают свои прыжки, а мужчины нет. Тут всего пара прыжков, произойти может что угодно. Фаворитов не хочу выделять. Выиграть может Саша или Анна, может удивить Туктамышева, сказал Жулин. Командные соревнования пройдут с 5 по 7 февраля в Москве. Участники будут поделены на две команды. Капитаном одной из них станет олимпийская чемпионка Алина Загитова, а другой – призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Прыжковый турнир состоится 5 февраля.